Друзья, перед началом выпуска я попрошу вас подписаться на наш канал. Спасибо вам заранее. Сегодня, буквально 5 минут назад, к нам, к сожалению, пришла трагическая новость. Друзья Леонида Якубовича сообщили нам, что Леонид Якубович час назад был доставлен в одну из больниц в тяжелом состоянии. Друзья как раз находились у него в гостях, и ему стало плохо. Они сразу же вызвали скорую помощь, чтобы не рисковать. По приезду врачи приняли решение о его срочной госпитализации. Как говорят друзья, скорее всего, это сердце. У него бывает это часто, утверждают друзья. Это все связано с тем, что Леонид Якубович переживает. Потому что в шоу-бизнесе появился такой слух, что его скоро снимут. И вместо него, ведущим «Поле чудес», поставят другого. Из-за переживаний Леонид Якубович часто болеет. Друзья, мы следим за ходом событий, попытаемся как можно больше узнать и рассказать вам, в каком состоянии находится Леонид Якубович. Давайте в любом случае поддержим его. Пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. И будем надеяться, что его не снимут, а оставят вести дальше шоу «Поле чудес». Ведь мы все так привыкли к нему и все его любим. Подпишитесь, пожалуйста, на нас, не пропускайте наши выпуски, следите за нами и будьте в курсе новостей.